Всем привет, с вами Елена. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовлю рыбу со шпинатом в духовке. Итак, приступим. Берем небольшую луковицу и нарезаем на маленькие кубики. Шпинат, если у вас свежий, как у меня, нужно хорошо почистить и промыть в холодной воде. Отправляем сюда свежий лук. Немного соли, растительное масло примерно 1-2 столовые ложки. Все это руками вот так хорошо перемешаем. На формочку кладем пергаментную бумагу. У меня фольга с покрытием бумагой, очень удобная. Кладем сюда шпинат половину. Делаем вот такую подушечку. Остальную часть сверху рыбы будем класть. Убираем пока в сторону. Берем нашу рыбу. У меня семга. Можно взять любую другую красную рыбу. Также подойдет отлично скумбрия. Нужно посолить, поперчить. Кладем сверху шпината. Выжимаем сок лимона. Сверху кладем остальную часть. Шпинат распределяем ровно, чтобы покрыть сверху. Складываем бумагу в виде конвертика. Далее отправляем в горячую духовку при температуре 200 градусов примерно на 30-35 минут. Ориентируемся на свою духовку. Прошло ровно 30 минут. Проверяем аккуратненько. Аккуратно открываем. Горячо. Ну, посмотрите. Сейчас покажу, как все это выглядит. Лук будет слегка хрустящим. Ну вот и все, такая вкусная рыба у нас получилась. Я тут уже пробую, очень вкусно. Посмотрите, какая она сочная, нежная. Ну, очень вкусно. Надеюсь, рецепт вам понравился. Если да, ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой. Очень вкусно, прелесть.